Летом раз в месяц я провожу генеральную уборку в гараже. Ни для кого не секрет, что в гараже хранятся обычно автомобили, колеса, велосипеды, инструменты, автохимия. С таким набором вещей появляется проблема, как поддерживать чистоту в помещении гаража и наводить порядок, не тратя на это много времени, сил и времени. На помощь приходят аппараты высокого давления, которые очищают грязь сильным напором воды. Со специальным аппаратом я сделаю отдельное видео, а сегодня уборка по старинке. И, конечно, нужно обязательно сделать влажную уборку машины.